Ну вот, я подготовила грядку для посадки моркови. Люблю я морковь садить так, чтобы не прореживать. А вот они уже вот в таком устройстве. Я к нему очень быстро приспособилась. Больше другого изобретать я не хочу. Семена здесь предварительно обработанные. Ну как, иногда прореживать приходится, но это будет морковка уже просто на еду выдираться. Хотя не рекомендую. Я здесь, в принципе, удобрять не буду, потому что морковке не надо этого. Вот так вот будем солить. Вот они, их не так уж много падает. Даже вот особо не разглядишь. Вот так быстренько просолю землю и закончу на этом. Единственное, дальше покажу нюанс, какой я делаю еще. И как обработаю, я тоже покажу. Для этого я взяла вот такую емкость. Вода там теплая, ну так, чтобы пальчику приятно было. Можно чуть погорячее. Высыпаю туда соль. Не имеет значения, какое количество соли было. Главное, чтобы подсоленная вода. Не спрашивайте, почему. Делаю так уже не первый год, и меня вполне все устраивает. Оставляем семена минут, наверное, на 15-20. Вот видите, семена уже хорошо опустились на дно. Вот эти семена, которые сейчас на дне, они полновесные. То есть там зародыш есть. Вот эти, которые пока еще плавают на поверхности, вот это пустые семена. С них сходы не дождешься. Поэтому вот эта процедура мне облегчает жизнь. Ну вот они, все семена. Сейчас я их поставлю в теплое место, чтобы они успели просохнуть. Землю. Сейчас я возьму редис. Редис у меня выступает в данном случае как маяк. А где можно прополоть, а где нельзя. Но я пойду дальше, еще на одну хрестность иду. А я вот тут делаю дополнительный рядок. Вот так, даже уже не тяпкой, просто палочкой провожу. Значит, для чего мне этот рядок нужен? В этот рядок я посею также редис. Поэтому семена редиса я не покупаю, дорогие. Покупаю их скорее как уплотняющая грядка. То есть будет у меня урожай редиса, не будет, мне не имеет в этом случае никакого значения. Здесь я увижу, как у меня проходит рядок, чтобы его не затоптать, так как морковка тугосхожая. Здесь она мне забьет сорняки. Потом я ее просто что-то съем, что-то выложу вместо мульчи, и морковочка будет относительно чистая. А делаю это уже на протяжении, ну, наверное, второй год я так буду делать, а то и третий. И мне это понравилось. В том году и редис уродился, и морковь хорошая была. То есть редис выросла, морковь только подросла. Друг друга они не мешают. И еще один нюанс. Вот она, моя грядка с чесноком. Вон там недалеко грядка с луком. А расстояние между рядками очень маленькое. Но чисто, чтобы тяпка влазила. Или я могла хоть как-то протискнуться. Конечно, вот в этот рядок будет узковатый. Но как уже получилось, так получилось. Друг другу мешать они тоже не будут. Почему? Потому что в середине июля уже лук уберется. И между рядками вот этими получится очень большое пространство. Морковь тому времени еще не будет прям густо-густо. А лук уже начнет поникать. Поэтому вот так вот я и делаю. Ну а я продолжу сеять свои маяки и редиски. Пакета, в принципе, хватает намного. Цена вопроса от 5 до 6 рублей. То есть я вначале делаю маяк. Через полметра, через полметра. И вот так вот. А здесь делаю уже обычную грядку. Не очень густо стараюсь, потому что схожесть редиса все равно большая. Ну, вот так вот как-то я ее и делаю. Может, кому-то и пригодится. Но я пока пойду работать. И вам, если что, пока.